Образы девушек в народных костюмах с прическами от стилиста Олега Володина – наглядная демонстрация того, как забытые традиции вписываются в современность и не только гармонично вплетаются, но становятся новым направлением моды. Проект «Культ Процвет 2023» для специалистов индустрии красоты из сел и небольших городов региона не просто повысит престиж профессии парикмахер, но вдохнет новые смыслы в это искусство. Это еще одна презентация. Многосторонняя, многогранная презентация, во-первых, проект «Культ Процвет», во-вторых, новых номинаций внутри конкурсного движения «Культ Процвет», «Перманент на волосах» – это новая номинация, и исторический модный образ, национальный исторический модный образ района, ну, в нашем случае, Рязанской области. Мы тоже представим эту номинацию, представим пример. Сегодня посмотрим, как это может выглядеть. Очень интересная коллаборация. Очень классно, что в Рязани ее хотят воплотить и все это совместить. Посмотрим, какая задумка у Олега и как она воплотится. Но я думаю, что здесь все взаимосвязано. И русская, и российская вообще любовь к тому, чтобы наряжаться. Наши женщины никогда не были, как европейские женщины. В том числе это и украшение себя, и нарядами, и прическами, и кудряшками. Вот, я думаю, здесь все взаимосвязано. И в последнее время, особенно последние 2 года, мы все-таки активно возрождаем свои традиции. В рамках бьюти-сессии состоялась презентация крафтовых уходов средств для волос, разработанных лично Олегом Володиным. Колоссальный опыт работы с волосами разных типов позволил мастеру точно вычислить формулы, которые действительно работают. Это не просто замена санкционным премиальным средством, но настоящий прорыв в российской бьюти-индустрии. Я говорю именно про линейку для кудрявых волос. Это как раз-таки то, что не хватает нашему рынку. Это все девушки, у которых есть волнистые свои волосы, они стали понимать, что нужна хорошая косметика. Вот Олег нам в помощь. С 20 октября у нас произошел небольшой сдвиг. Мы обновились. У нас есть шампунь, новый шампунь для настоящих мужчин «Брат». Мне бы хотелось бы его прорекламировать публике. Он имеет отличительные особенности. Соорганизаторы проекта «Культ Процвет», Министерство экономического развития Рязанской области, правительство региона, парикмахер, стилист международного класса Олег Володин. Проект завершится 25 августа региональным отборочным этапом, победитель которого будет представлять Рязанскую область в городе Москва.